Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас в новом ролике. Сегодня у нас на обзоре автомобиль не для каждого. Представитель премиального сегмента известной японской марки Lexus RX350. Этому автомобилю уже исполнилось 10 лет, но тем не менее далеко не каждый осмелится назвать его старым или вышедшим в тираж. Многие до сих пор мечтают о нем и готовы расстаться со своими кровно заработанными. А это у нас получается солидная сумма. Цена такого автомобиля на вторичном рынке от 1 000 000 до 1,5 за машину в достойном состоянии. Ну, бывает, конечно, плюс-минус, но мы сами знаем, к чему приводит экономия. Много лет? Ну, немало. Немало. Давайте же попробуем разобраться, чем же так привлекает нас этот автомобиль. Почему эти люди, одни из нас, не покупают новые Креты, Спортаджи, Куги, Равы, 4, Тигуаны и множество других более свежих кроссоверов, а дают предпочтение немолодому уже японцу, так сказать, в самом расцвете сил. Перед нами Lexus 350, RX 350 третьего поколения. Поколение это выпускалось с 2009 по 2015 годы. Вот, в 2012 был большой рестайл. Но касательно эксплуатационных свойств автомобиля есть много спорных мнений, что рестайл стал хуже, некоторые думают. Но внешне, конечно, он стал интересней. Вот, индекс у нас 350 означает, что автомобиль оборудован 6-цилиндровым V-образным двигателем объемом 3,5 литра, мощностью 277 лошадей, ну и полный привод только. Этот двигатель многие знают по другим автомобилям концерна, таким как Camry, ну и так далее. Вот, это достаточно надежный, долговечный цепной двигатель, но его высокая мощность сильно портит, конечно, перспективы в нашей стране, потому как немногие хотят расставаться ежегодно с суммой от 20 до 50 тысяч рублей, которую вам придется заплатить в виде транспортного налога. Вот. Также вторым недостатком является высокая прожорливость этого автомобиля. Ну, как ни крути, а двухтонный автомобиль не может кушать мало, правильно? Вот. От 17 до 20 литров в городе. Такие вот циферки, и это не предел, подумайте об этом. Вот. Ну и страховку, конечно, никто не отменял, если вы, конечно, страхуетесь. Шутка. Вот, конечно, существуют и переднеприводные RX, например, RX 270 с простым и надежным 4-цилиндровым двигателем, который уже укладывается в налог, но едет он совсем вяленько, и комплектация там гораздо беднее. Также, как недостаток, можно отметить ватные неинформативные тормоза, вот, возникающую проблему с суппортами, многие на это жалуются, недостаточную динамику, неплохую, конечно, но недостаточную. Вот, за это спасибо также шестиступенчатому автомату U660F, который, кстати, является тойотовской разработкой, а не Айсин, как сообщают нам некоторые блогеры. Вот, управляемость тоже у нас далека от идеала. Ну, это, конечно, все субъективно, да? Вот, часто при пробегах под 100 тысяч начинает стучать рулевая рейка, но она, к удивлению и счастью, не очень дорогая. Вот, так что же в остатке? Что же мы имеем? Неужели это неудачный автомобиль? Нет, конечно, нет. Мы имеем высокую надежность, статус, красоту, стремительный дизайн. Ну, четвертое поколение еще более ушло вперед в дизайне, но это уже другая история. Удобный салон, какую-то монументальность, заветный шильдик Lexus, опять же. Ну и я вроде не говорил про надежность. Надежность не так уж и мало, да? Ну, давайте осмотрим и пощупаем теперь все по порядку. Так, открываем дверь. Дверь у нас толстая, тяжелая, очень мощная, но в то же время
мягко и плавно закрывается, благородно, даже излишне благородно. Обложено резиночкой. Вот, все красиво. Снизу двери пластик с резиной, чтобы грязь не попадала в салон. Все закрывается. Здесь у нас тоже все чисто, поэтому одежда будет чистая. Так, смотрим салон. Салон стандартный такой тойотовский, но немножечко с изысками премиальными, так как это у нас Lexus. Так, открыв дверь, мы видим, что у нас включилась лампочка. Вот, и этот карман, он довольно огромный. Здесь имеется маленький карманчик для ключей и мелочи. Собственно, что здесь и валяется. Ключи и мелочь. Вот, управление зеркалами, стеклами, центральным замком. Управление памятью сидений. Высокочастотник. Здесь, очевидно, тоже стоит хороший динамик. Вот, на порожке у нас лейбл Lexus. Вот, сидушечки кожаные, красивые. Немножко синие. Кто-то ездил либо в джинсах, либо в синей куртке. Сиденья электрические. Со всеми регулировками. А может быть и не со всеми. С базовыми, скажем так. Вот, сидуха уже за этот пробег поистрепалась, подушка уже вмята, кожа очень нежная, мягкая, и за 10 лет уже кожа истрепалась. Кожа, наверное, 20 лет не вытянет. Такая вот консоль полностью проходит, туннель такой проходит через между двух передних сидений, разделяет их. Вот, ну что, сядем. Значит, вот этот материал, он, конечно, мягкий, приятный, вот, но это не кожа, не кожа. Вот этот материал, это пластик, тоже мягкий, но с ним надо быть аккуратно, не поцарапать его. Вот этот материал менее мягкий, еще менее мягкий. Здесь, кстати говоря, средний частотник, то есть музыка, очевидно, неплохая. Вот здесь у нас есть кармашек для стаканчиков, подстаканничек. Вот эти вот малюсенькие стеклышки. По центру у нас тоже динамик. Здесь информационный дисплей. Так, куча-куча кнопок. Установка одометра, подсветки, открытие багажника. Так, в салоне все красиво, удобно. Такая у нас приборная панель. Множество экранчиков на ней. Слева ручка регулировки фар, света, головного, вспомогательного, вот, куча всего, поворотников и так далее. Вот, справа, как водится, у нас омыватель. Руль у нас в кожаной оплетке, оплетка какого-то коричневого такого цвета. Она еще не сильно потертая, в общем-то. Вот, сам руль действительно какой-то коричневый, так вот видно при свете. Вот, мультируль он здесь с телефоном, с режимом там радио, громкости и так далее. Вот, здесь у нас подушка. Ну и, собственно, есть круиз-контроль. Естественно, у нас старт-стоп. Вот, если мы нажмем, пишет, что ключ не обнаружен. Ну, ключ сейчас мы принесем. Значит, сам материал торпеды жесткий. Он, конечно, проминается, но мягким там, допустим, как у Audi, его не назовешь. Вот. Хотя, конечно, и не пластик совсем, как у Volkswagen Polo. Так, экранчик у нас визуально дюймов, наверное, 8, может быть, 8,5. Здесь такие дефлекторы мощные. Six-disc changer у нас. Не знаю, читает ли он MP3. Я думаю, да. Вот. Вход USB, радио, управление, значит, магнитолой такое.
простое, магнитола не меняемая, родная, то есть поменять ее ни на что нельзя, можно только добавлять свою музыку. Вот управление климатом, такое типично тойотовское, кто-то, наверное, узнает что-то похожее на других автомобилях тойотовских. Вот у нас управление коробкой передач, ну, стандартное. Так, здесь управление навигационной системой и бортовым вот этим вот компьютером. Вот, кнопка Enter, дисплей, и с другой стороны тоже у нас кнопка Enter, кому как удобно нажимать. И вот этот вот джойстик, говорят, он не очень удобен. Сейчас мы проверим это. Вот здесь мы видим карман, который открывается мягенько на микролифтах. Вот здесь у нас можно поставить два больших стакана, а может быть даже две большие бутылки. Удобно, удобно. Бардачок. Бардачок у нас открывается вниз с помощью нажатия кнопки. Вот здесь места под стаканчики нету. Вот, и сам он какой-то вот очень легкий, как воздушный. Вот, хотя тоже на микролифте, но он какой-то совсем легкий. Ладно, не суть. Значит, смотрим, кожа пассажирского сиденья тоже, она, конечно, меньше изношена, чем водительского, нижней подушки. То есть спинка, она еще живая, а вот нижняя подушка уже пострадала за эти 10 лет. Все, конечно, красиво, кожа кремовая, выглядит шикарно, выглядит достойно. Достойно тебя. Так, посмотрим салонный свет. Салонный свет у нас представлен тремя лампочками. Две штурманские светодиодики. И вот плавно гаснущая основная. Вот козырек с надписью на русском. Не устанавливайте детские кресла, если подушка не отключена. Тут у нас зеркальце с подсветкой. Прекрасно. Подсветка включается, когда зеркальце отодвинуто. Это вообще замечательно. Так, у водителя тоже зеркальце с подсветкой. Если водитель женщина, она может прекрасно накраситься. Ручки у нас имеют такой вот интересный ход. Они изгибаются в разные стороны. При этом они микролифтом поднимаются. Вот, в общем, первый раз такое вижу. Ремни безопасности тоже кремового цвета. Здесь мы имеем управление полным приводом. И мы имеем антизаносную систему. Вот здесь у нас подлокотник. Он удобный, но проблема в том, что он сделан совсем из какого-то простецкого материала. Такого же, конечно, цвета, как и кожа. Но материал какой-то совсем дермантиновый. Вот, он у нас отъезжает. И нам дает возможность увидеть подогревы сидений. Вот эта штука еще поднимается. Здесь довольно большой еще у нас карман. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас сзади. Цвет кузова красивый, переливающийся перламутровый металлик. Очень красивый, очень трудно его подобрать. Вот, здесь, кстати, зазорчик такой, что-то я так смотрю. Зазорчик какой-то такой, не совсем заводской. Может, я, конечно, ошибаюсь. Вот. Машину выбирал очень известный автоподборщик, так что не может быть никаких проблем. Поэтому это мне показалось. Значит, сзади нас встречают такие же двери. Такой же кармашек. Так, сзади у нас полноценные два сиденья. Третье у нас неполноценное. Сейчас сяду за собой. Я очень сильно откатился. Вот. Ну, в таком положении, конечно, уже неудобно сидеть. Здесь у нас есть дефлекторы. Никакого климат-контроля. Ничего такого. Единственное, что для задних имеется немножечко освещение. Еще заднее сиденье ездит по салазкам вперед-назад.
То есть салон, в принципе, трансформируемый. Это очень удобно. Есть выдвигающаяся подушка. Вот. Подушка-подлокотник, в которой есть еще некий карман-ниша. Вот, очень удобный. Скорее всего, это не кожа все-таки, да. Но очень похож на кожу, приятный. Здесь еще есть, опа, стаканник для двух бутылок или кружек. Удобно? Удобно. Так, закрываем эту штуку. Подголовники, ремни, все красиво. Обзор назад, конечно, у нас не очень. Так, для удобства заднего пассажира у него есть такой вот тоже карман, который оттягивается на резинке. Это, к сожалению, не столик, как в минивэнах. Сюда можно положить разве что газетку, я не знаю, там какие-то пакетик пустой, уже использованный из-под чипсов. И спокойненько ехать дальше. То есть положить в него что-то серьезное нет, не получится. Вот, сейчас посмотрим, как двигается заднее сиденье. Оно двигается у нас отдельно. Вот, двигается оно довольно сильно, сантиметров на 15. И сейчас посмотрим, что в багажнике. Так, сиденье у нас складывается вот этой вот ручкой. Вот так вот мы ее поднимаем, и у нас довольно красивый получается ровный пол. Вот, практически он ровный, может быть, даже можно спать. Вот какие-то у нас тут палочки, какие-то массажеры, все очень интересно. Так, ну что же в багажнике, давайте посмотрим, что мы имеем в багажнике. Так, немножечко стемнело, багажник у нас открывается так. Здесь мы видим камеру заднего вида, и под ней количество ржавчины некоторое. Вот. Задняя дверь — слабое место на многих машинах. Вот, багажник небольшой. Здесь есть, конечно, дополнительная ниша. Вот, но сам по себе он очень высокий, то есть большой чемодан ты уже не положишь сюда. Так, здесь, видимо, была какая-то накладка, но сейчас ее нет, поэтому мы видим механизм замка. Видимо, была какая-то небольшая авария. Так, закрывается у нас багажник сам с помощью кнопочки. Вот он говорит пик, отойди ему, и начинает закрывать. Так, закрытие происходит 10 секунд. Доводчик закрыл замок. Так, сзади тоже есть подушки. В общем, подушек в этой машине 153 вроде, или 154. Так, сделана машина у нас в Коста-Рике. Коста-Рика — это очень хорошее место, красивая страна, теплая, там живут латиносы. Так, ребят, ну что сказать, вот если сесть совсем удобно, вот как мне вот прям совсем удобно, то сзади сидеть невозможно. То есть если человек где-то 1,90 м и выше, то задним пассажирам уже все, уже у них не жизнь. Так, ну давайте посмотрим, что под капотом, и попробуем завести машину. Так, ребята, взяли ключ, вот он такой вот ключ. Сейчас будем заводить машину, посмотрим. Вот у нас руль поехал, табло зажглось. Так, нажимаем на педаль тормоза. Вот, машина завелась, 1500 оборотов прогревочных. Ну, ребят, что-то как-то шумно работает. Я же все понимаю, но работает шумновато. Наши любимые часы из Toyota начала 80-х. Да, кто помнит, ставим лайк. Лайк. Ну что, давайте посмотрим мотор теперь. Пробег у машины 70 тысяч километров. Пробег у этой машины. Пробег, конечно же, честный, вы же понимаете. Смотрел очень известный автоподборщик. Он ошибиться не мог.
70 тысяч. Немножечко, ребят, немножечко мотор прогрелся, стало потише работать, вибрации прошли, но вот вначале как-то совсем не показалось шумновато. Зеркала прекрасные, обзор вообще отличный. Вот, в принципе, в этом плане вопросов нет. Так, открываем капот, смотрим, что под капотом. Ну, под капотом, как бы, как у любой современной машины. Вот видим, кстати, забыли закрыть крышечку. Хорошо, что она не теряется. Видим огромное количество листьев. Она стояла под каким-то деревом довольно долго. И эти листья, естественно, мешают забору воздуха свежего. Используйте оригинальную тормозную жидкость до 3. Понимаете, то есть в 2010-2011 году используйте, пожалуйста, до 3. До 4 не используйте. Вот. Все закрыто кожухами. Весь мотор закрыт кожухом. Нам доступна только вот эта горловина. И, собственно, заливка масла. Также у нас щуп. Вот. Что мы еще видим? Мы видим, можно проверить уровень и легко заправить уровень фреона. Так, мы видим блок АБС. Так, видим датчик кислорода. Хитрые у нас блоки вентилятора. Аккумулятор. И вот такой вот замечательный мотор 2G RFE, как здесь написано. Пластиковые коллектора впускные. Вот, в общем, надежность абсолютная. Надежность, простота. Шутка. Небольшой кусочек шумоизоляции стоит. Здесь какая-то проволочка. Капот удерживается двумя амортизаторами. Да, и уровень тормозной жидкости тоже можно проверить. Он у нас сейчас как раз ровно на середине, что очень хорошо. Значит, можно ездить. Так, ну вот, собственно, закрываем капот. Да, так он сам не закроется. Надо чуть-чуть его хлопнуть. Ну, господа, в общем, суть этого обзора, мое мнение, напоследок выскажу, что машина приятная. Вот, единственное, если бы не расход. Расход топлива у него от 15 до 20 литров по городу. Считаю, что это много. И уровень, конечно, вот этого всего оснащения, но это, так скажем, уровень какого-нибудь BMW конца 90-х, начала 2000-х. Пишите в комментариях, кто вот покупает машины вот такие вот 10-летние за 1,5 миллиона рублей. Вот просто интересно. Ну, я думаю, другим зрителям будет тоже интересно узнать. Вот, собственно, на этом обзор у нас будет заканчиваться. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки. А также, если у вас есть автомобиль на обзор, интересный или не очень, свой или чужой, в Москве или Московской области, пишите